Жозеф Ронни. Роман «Борьба за огонь». Племя уламаров сразилось со своими врагами, но проиграло сражение, и их вождь скрылся в неизвестном направлении. В сражении погибло много людей, а самое главное, был утерян огонь, без которого просто невозможно жить. Хищники будут властвовать над людьми, не будет пищи на огне, а многих ждет смерть от холода и голода. Огонь берегли не одно поколение, но за одну ночь он был утерян. Сбежавший вождь нашел в себе силы и призвал людей из других племен отправиться на поиски огня. Нашлось несколько добровольцев. У каждого из них были свои методы и способы, но вознаграждение было одно – женитьба на дочери вождя. А что было дальше, вы сможете узнать, только прочитав эту книгу.